Постепенно сокращая трансферты из нацфонда, поручил Касым-Жомарт Токаев. Сегодня президент принял годовой отчет Национального банка Казахстана, а также заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики по итогам прошлого года. Отдельно глава государства остановился на деятельности нацфонда. Отмечу, по итогам 2021 года трансферты достигли 4,5 триллионов тенге. В этом году правительство запросило еще 4,6 триллиона. По словам президента, это очень большие суммы. Он заявил, что республиканский бюджет не должен опираться на использование средств фонда. Также Токаев указал на важность возвращения инфляции в целевой коридор. Напомню, с начала года она ускорилась и достигла пика, превысив 13%. Правительству совместно с Нацбанком поручено в ближайшие 3 года реализовать комплексные меры по ее снижению.